Для обеспечения электробезопасности в квартире я установил УЗО на 30 мА. Это устройство защитного отключения. Для его проверки имеется кнопка. УЗО сработало. Опять включаю. Но это проверка самого УЗО. За год эксплуатации ни одного срабатывания УЗО не было. Возникли сомнения в его работоспособности. Решил проверить срабатывание УЗО реально током утечки. Для этого фазу буду заземлять через эти сопротивления мимо УЗО. Этот вот провод идет на ноль в шкаф. Замыкаем цепь. Не срабатывает. Замыкаем так. Все, сработал. Отключаем фазу. Включаем опять УЗО. Свет появился. Регулировка сопротивления получилась ступенчатая, так как не нашел мощного потенциометра. Замеряем напряжение, сопротивление вот этих четырех, при которых сработал. Получилось 225 вольт и 8760 Ом. Находим ток срабатывания, получилось 26 мА. Это даже меньше заявленного по паспорту. Можно быть спокойным.